шайба, друзья мои, вот шайба, я думаю, будут играть игроки. А вот Володин, который, по-моему, эта шайба должна быть забита. Но я приглашаю игроков, по сути дела, помимо наших соревнователей девушек, которые являются украшением любой игры, включая это, выходят игроки двух команд. Команда красных и команда синих. Вот эти космические костюмы пришельцев. Это хоккей будущего, хоккей без коньков и инклюжен. Мне бы узнать, как называются команды. Команда красных, вот, высовывается, не заделива голова. Как ваша команда называется, скажи мне, шарик. Команда называется... Ну и команда синих, давайте, друзья мои, боюсь, что тоже команда синих не совсем себе представляет, что они из себя представляют и как называется. Поэтому будет команда красных и команда синих. Приняли простые правила, кто как может, тот не забивает. Поехали! Вбрасывание! И кто может, тот спасает. У нас даже есть призы. Ребята, это не просто борьба, мы как? Это борьба за призы. Но вас потеряли все со силы. И вот команда, и вот не помню, кто команда красных ведет и отпускает. Значит, вся команда из своего рода вместе к шайбе. Я даже не знаю, засчитывает он гол или не засчитывает. Давайте будем считать, что это гол. Итак, 1-0 в пользу команды синих. Давайте на центр, подогой пошли ревери. Но еще не добравшись до шайбы, игрок команды синих встал на колени. Лучше умереть стоя, чем на коленях, как я хочу ему сказать. Но может быть, это так всегда. Может быть, так он видит себя в этой игре. И вот поддерживают остальные члены команды, поддерживающие себя в падении, потому что стоят на ногах, если спортсмены еще не учились. А ты же шайбу задаешь им вопросом. А шайба абсолютно нет дела до того, кто пытается идею убивать. Тем не менее, шайба уже на половине команды синих, хотя команда красных даже об этом не подозревает. Ну и немного, подожди, ребята, где шайба? И вот синий и красный бегут все быстрее подраться синий, или быстрее нагрея. Абсолютно открытое пространство перед воротами, и команда синих добивается второго успеха. Судачим, как ломатри, воротом вместе с шайбой. Мечта любого хоккеиста ударит так, чтобы снесло ворота. И видите, их мечта этих ребят уже воплотила жизнь. 2-0 вели команда синих, и команда красных смотрела полностью демобилизована. Тем не менее, давайте еще подбрасывание. Я прошу сразу на свою позицию. И не знаю, как вам, а сами игроки получают истинное удовольствие. Каждый из них сбрасывает за 3 минуты по 1,5 килограмма живого веса. Да, друзья мои, автогол 3-0. Это сокрушительное поражение команды синих. А вы что зовете? Шайба ни разу даже не пересекла синюю линию команды красной. 3-0. Чего? Еще на середину. А, нет, полевой показывает. Ну что, действительно, ни одним воротом оставаться не тронутыми. И поэтому игрок 46 еще и размачивает ворота команды красной. Друзья мои, это было абсолютно ни с чем не сравнимое шоу. Поэтому давайте аплодируем игрокам. Если они в состоянии добраться до раздевалки, посмотрите еще, сколько сил осталось. Сколько еще сил осталось не растраченные. И мы как шайбу напинал. Проигравшая команда. Спасибо большое вам, ребята, за игру. Поприветствуем друг друга и поприветствуем команды красные, которая победила за счетом 3-0. Команда красные. Команда красные. То есть команда синие. А давайте я вам призы дам. Давайте я прямо дам. Стой. Синий. Да. Основная трудность этой игры заключается в том, что игроку важно добраться до места игры. Как видите, все 6 игроков с этим справились практически на 5. Спасибо, мужчина! Поаплодируем абсолютно новой игре. Поняла, в новой игре.